Я не хочу просто выживать. Я хочу по-настоящему жить. Дыши. Я мог бы пригласить вас на танец, и вы бы сказали, я не танцую. А я бы ответил, что ж, как-нибудь в другой раз. Поэтому спрашивать я не стану. Режиссер Энди Серкис. Диана, речь идет о твоем будущем. Ведь мы совершенно его не знаем. Но я уверена, что он мой принц. Я люблю тебя, Робин. Основано на реальных событиях. Что-то мне нехорошо. Я не могу пошевелиться. Робин. Требуется ИВЛ. Жертвы Поли и Мелита долго не живут. Он парализован ниже шеи. Он даже не может сам дышать. Как можно так жить? Ко всему привыкаешь. Я тебя люблю и хочу, чтобы Джонатан знал отца. Это любить нельзя. Еще как можно. Наверняка что-то можно придумать. Забери меня отсюда. Робин покинет больницу. С таким диагнозом, как у вашего мужа, за пределами больницы не выжить. А кто-нибудь пытался? Робин? Робин! Как ты милый. Намного лучше. Спорим на 5 фунтов, что ты не выживешь? Спорим. Родная, позови Тедди. У меня есть идея. Кресло-коляска, которое поможет ему дышать. Вы уверены, что это безопасно? Я же пока жив. Алан, ты должен мне 5 фунтов. Живой, скотина. Зачем вы держите пациентов в тюремных условиях? Никто не верил, что можно жить, как вы. Что ж, пора открыть ворота и отпустить их. Черт, это чудо! Что дальше? Поедем по миру? Это было бы интересно. В этом году, когда меня парализовало, я хотел умереть. Ее любовь. Жена сказала, что я должен жить. Придала ему сил. Ради нашего сына. И подарила новую жизнь. Твоя жизнь – это моя жизнь. Я не хочу просто выживать. Я хочу по-настоящему жить. Любовь моя, моя жизнь. Дыши. Мне кажется, ему место в больнице. Нет? Вы правы. Нет. Осенью.